Сегодня второй соревновательный день. На «Спартакиаде» представлено 11 регионов, в том числе и Краснодарский край. 10 команд девушек и 10 команд юношей. Возраст участников соревнований от 14 до 18 лет. Только второй день проходит. Конечно, есть фавориты. Есть фавориты – это те команды, те регионы, которые в первенствах России обычно показывают самые свои высокие результаты. Это команда Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. Еще неплохие шансы у команд Челябинска, Калининградской области. Здесь же на четвертой дорожке тренируются начинающие спортсмены, им по 11-13 лет. Занимаются не так давно, но уже здоровые амбиции и уверенные планы на будущее. Я вижу себя в будущем олимпийской чемпионкой, потому что я стараюсь, я хорошо работаю, бросаю все броски. Год назад Юлия Булавина не отрывалась от экрана, смотрела Сочинскую Олимпиаду, и кёрлингисты произвели на нее огромное впечатление. Это и определило ее выбор в спорте, как и многих других. У нас в Омске трудности с ледовыми площадками. Специализированных нету для кёрлинга вообще. Тренируемся вот на обычных хоккейных коробках. Здесь специальный лед, абсолютно идеальный, все условия для тренировок. Юные спортсменки активно тренируются по 2 раза в день. В Сочи они приехали 2 недели назад, чтобы заниматься в Федеральном центре подготовки спортивного резерва и уже на следующий год участвовать в спартакиаде учащихся, который теперь проводится в Олимпийском парке в кёрлинговом центре «Ледовый куб». Кстати, все желающие могут абсолютно бесплатно прийти и поболеть за участников соревнований в эти выходные с 10 до 20 часов. Елена Овсецина, Борис Осин, телекомпания ФКТ.